господин Крупнов. На самом деле, я не очень понимаю вот эту благодушную, как бы, так, нашу дискуссию, поскольку я вам скажу, что они будут делать. Они в конфликте, который еще непонятно какой, непонятно из-за чего, не проведено расследование, нет решения суда. Они приедут, условно говоря, на спине будет написано «Межнациональный совет». Это будет исходно маркировано, в том числе средствами массовой информации, как национальный и межнациональный конфликт. И тем самым они будут осуществлять диверсионную работу. Поэтому в этом смысле этот совет, он не просто бессмысленный, он не просто бюрократический, он вредный. Поскольку у нас в стране практически нет межнациональных конфликтов, а то, что мы выдаем за межнациональные конфликты, это исходно. Если мы берем любую ситуацию, либо жуткая несправедливость, как было на Манежной площади, да. Вы обратите внимание, только начались конкретные противостояния на Манежной площади, по центральному ТВ пошла маркировка, что это погром, устроенный националистами. Там потом болельщики стали называть. А если бы туда приехал совет по национальному... Да, и они бы дали пару интервью и сказали, что надо жить дружно, что нельзя там бить кого-то и так далее и тому подобное. А ведь дело было в чем? А дело было в том, что не тогда, через неделю, после несправедливости в конкретном отделении милиции в городе Москва, понимаете? Не сейчас, мы не знаем, что произошло. Какой конкретно милиционер или следователь Следственного комитета конкретно отпустил бандита, вот, который совершил преступление? Мы до сих пор этого не знаем. Это официально не сообщено, но с утра до вечера говорят, Манежка – это межнациональный конфликт. Спасибо. Извините. Все-таки давайте два разных вопроса, потому что то, что совет, на мой взгляд, минимум бесполезный, реально вредный, это очевидно. Но это отражает кризис вообще всей нашей политики в стране за четверть века. Вот в чем проблема. Потому что, смотрите, 26 января Владимир Владимирович Путин на коллегии ФМС говорит, мои друзья говорят, что выйти в город большой, ну, имея в виду и Москву, и другие, нельзя, потому что там только лица приезжих. Это Путин говорит на коллегии ФМС. В мае подписывается одновременно с этим советом межнациональным концепция государственной миграционной политики, которая исходит из того, что мигранты спасут Россию, их должно быть еще больше. И это я не к тому, что хорошо, плохо, потому что это гораздо хуже, чем хорошо и плохо. Это беспомощность, которая с этими мобильными группами, которая пытается 90% просто что-то фиктивно продемонстрировать, что есть работа, что есть забота, реально ничем не управляя. Поэтому. 25 лет. Да, кстати, Питера, если уж совсем по-простому говорить, абсолютно на самом деле за этим девушка. Стоит вопрос только один, который все всегда боятся обсуждать. Это русский вопрос. Но конечно. Русский вопрос не в плане русского национализма, специально созданного через борьбу с русским фашизмом. Государство боролось, Сурков организовал работу, 6 лет борьбы с русским фашизмом. Представляете, главная проблема страны. Теперь проблема национальная. Главная, да не в этом проблема. В Кировской области, на Манежке и так далее, и в Кировской особенно, в Кондопоге, люди, у которых элементарно работы нет, достойной, где лесопилка на весь район, перспективнейшее, так сказать, производство 25 века. О чем мы говорим? А кроме...